Ну все, вот они, поехали. Встречайте. Из Челябинска в Белоярске почти сутки на машине. И вот она, долгожданная встреча. Три лошади и пони Борис приехали в конный клуб «Северный ветер». Здесь их встретили специалисты, которые уже прошли обучение на тренировку по конному спорту. Они приехали в новое место, они сейчас пробуют нас, пробуем мы их. То есть они прощупывают сейчас, что им можно. Вот она, вот видите, любит кушать, она знает, что сейчас я пошкребу, и я ей дам сахар. То есть, ну, мы немножечко с этим вот, ну, притираемся, работаем. Тамара, Рая, Валюта и Борис сейчас проходят период адаптации, знакомятся с новым домом. Примерно через месяц в конном клубе уже планируют начинать занятия. Это не просто катание или развлечение, а часть программы реабилитации для особых детей. Пройдет 3-4 недели, уверяют специалисты, и четвероногие доктора будут готовы к работе. Когда выводишь одну, то начинают все кричать, рваться, плохо себя вести, потому что они все хотят уйти, у них страх. Вот. Ну, сложная адаптация, поэтому наша задача сейчас своей любовью, своей лаской их расположить к нам. Вот, ну, я думаю, что получится. Ремонт в помещении продолжается. Работы здесь еще много. Но сейчас главное, говорит Екатерина, дождаться, когда растает снег, чтобы навести порядок на территории конного клуба. А когда откроется навигация, в «Северный ветер» приедут еще два коня тяжеловоза. Интерес к проекту в Белоярском оказался большим. Столь же масштабные и планы организаторов конного клуба.